О прекрасном. Им достаточно 6 струн, чтобы поделиться самым сокровенным. Юные гитаристы впервые встретились в Курске на всероссийском конкурсе. Больше сотни участников из 25 городов приехали побороться за звание лауреатов и главный приз – гитару ручной работы стоимостью 70 тысяч рублей. Знакомьтесь, один из участников конкурса – Антон. Он любовался изгибами шестиструнки с раннего детства, наблюдал, как играет папа. А потом и сам перешел с гитарой на «ты». Она очень классно звучит, она как бы много чего показывает. Ей можно рассказать рассказ, например. Это ей можно выразить свои чувства. Конкурс стартовал 23 февраля. Несколько дней прослушиваний, мастер-классы, концерты. Впечатление очень солидное, основательное. Здесь надо сказать слова огромной благодарности отважным людям, прекрасным музыкантам, лауреатам международных конкурсов Александру Артемову и Данилу Бычкову за то, что они не побоялись поднять эту махину. Дать возможность молодым исполнителям заявить о себе, подарить им стимул еще больше работать над мастерством. Данил и Александр давно мечтали организовать такой конкурс. Музыка – это основное в моей жизни. Я начал заниматься не так рано, я в 12 лет всего начал заниматься. Вот. С 12 лет это было такое решение, принятое сознательно, и сейчас это решение уже вылилось в то, что мы привлекаем уже молодых исполнителей к музыке. Словами можно выразить не все. Гитара в этом смысле куда разговорчивей. Она отзывается на любой оттенок настроения, раскрашивает лица в зале в самые разные эмоции. Нам нравится классическое направление – это гитарных классиков, таких как Фернандо Сор, Джулиани. Это не очень хорошо звучат в больших залах. Классическая музыка, каждый уголок зала прозвучивает и увлекает своим звучанием публику. Увлечь слушателя, проникнуть в самую глубину его сердца и перевернуть душу. Участники конкурса этому еще только учатся. В том числе и на концертах более опытных коллег. Ангелина Рязанцева, Геннадий Воробьев, телеканал «7».